Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как можно сушить обувь. Осенне-зимне-весенний период. То есть в то время, когда необходимо сушить обувь. В принципе, летом эта система не нужна, потому что там и на улице высохнет, если дождик даже пройдет. Для этой цели, конечно, очень много имеется оборудования сушки обуви. Электричество, вентиляторы, электровентиляторы и тому подобное. Я вам ничего нового не расскажу. Это просто элементарная система, которая запитана системой отопления. Опа-на! Привет, Эрик! Привет! Вот такой вот обогревый. А ну-ка, Эрика, улази! Вот что здесь у нас имеется? Значит, просто-напросто эти труба с общего отопления. Когда работает отопление, вот это все доступно, соответственно, и в доме тепло. Вот таким вот образом. Тепло здесь, и тепло на этой полке. На этой крыше прохладно. Здесь у нас тапочки стоят. Вот здесь она так немножко завешена, никому не мешает. Вот, в принципе, все нормально. Ну и здесь вот полочки эти можно положить. Здесь это странно. И так именно по моему варианту. Значит, у меня была система отопления уже выполнена, налажена, все функционировало. Газ, котел, все как положено. Затем я делал ремонт в ванной, и необходимо было поставить полотенцесушитель. Вот такой змеевик радиатор. То есть тут уже у меня система отопления пошла в ремонт, и можно было что хочет прихимичить. Когда я покупал полотенцесушитель, значит, был сильный дождик. Вот, я прибежал домой, ноги все мокрые, обувь вся мокрая. Соответственно, по моему характеру, я сразу начал ставить этот, кажется, змеевик. Когда я ставил, я немножко призадумался, думаю, а как же его и сразу сделать, чтобы и обувь сушилась. Это как она устроена. С выхода системы отопления я поставил тройник. Один, значит, отвод пошел на полотенце, вот это для сушки полотенца. А второй отвод, значит, я сделал пятачок, туда поставил две прокладочки по бокам, сверху, снизу. Вот, а в пятачке сделал отверстие 5 мм, для того, чтобы на вот этот обогрев для обуви не слишком уходило много тепла. Вот и в итоге у меня получилась очень неплохая система, за которую я, в принципе, уже и забыл. Она лет на 6 у меня, 7 работает. Времена года, когда холодная погода, осень, зима и весна, когда необходимо просушить обувь. Эта система постоянно функционирует, то есть тепло создает эта трубочка в этой нише. Она расположена на второй полке сверху. В принципе, немножко плоховато. Если я бы расположил, примерно, на самой нижней полке, или хотя бы на второй снизу, было бы лучше. Тогда бы все вот эти верхние три полки были бы теплее. А так получается у меня две полки. Ну, в принципе, этого достаточно. Но нюанс такой, если бы заново делал, я, конечно, исправил бы. Спасибо за внимание. Рад, если кому-то помог. Может быть, у кого-то другая такая система есть или что-то подобное. Простое. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, где я буду показывать вот такие вот домашние, незатейливые видео. Я думаю, которые приносят пользу. Всего вам хорошего. Удачи. Всех благ.